двигать. Веришь кому-то, и в результате попадаешь в неприятности.
бери. За Гомеза! Я достал шестеренку. Эй, отличная работа! Думаю, она подойдет. Ладно, сходи к Асхану и попроси его открыть ворота. Скажи ему, все будет нормально, так он будет знать, что это я. Я так и не на... Я же говорил тебе, сходи к Асхану. Он ко мне... Я просто осмотрю... Только... Гомеза. И где-то... Вся гора — одно сплошное логово этих тварей. Почему закрыли эту ш... Сколько бы мы ни убивали ползунов, их становилось все больше и больше. Похоже, где-то неподалеку должно быть их логово. Позволь мне открыть ворота. Нет, эти ворота могут быть открыты только с разрешения Ян. Эй! Асхан, теперь ты можешь открыть ворота. Я уже говорил тебе, только если я. Асхан, все будет в порядке. И прими наилучшие пожелания от Яна. Ну, если Ян берет ответственность на себя, но только на одном условии. На каком же? Да будь мне подкрепление. Двух-трех стражей. Я не хочу стоять здесь один, когда ползуны попрут из шахты. За Гомеза! Помочь? Да, когда... Я знаю, где находится логово ползунов. Я отправляюсь туда, чтобы добыть особое вещество. Мой клинок к твоему. Хорошо, встречаемся у... Мне нужна... Я ищу кое-что для Корголома. Ты поможешь мне? А вот оно... Вот, может быть, это поможет. Спасибо. Я тоже... Как же... Thank you.
За Гомеза. Все приготовились. Ладно, открыл. Дай мне пройти.
Проснись! Я нашел логово королевы ползунов. Я благодарю тебя от имени... Да убережет... Да пробу... Проснись! Я нашел логово... Превосходно! Да проснись! За Гомеза! Ползуны больше не представляют угрозы. Хорошая новость.